Привет, с вами ЖЖ. Я не буду говорить, потому что он опять смотрит в потолок. Каждый выпуск у нас начинается. Бля, давай опусти камеру. Привет, с вами ЖЖ. ЖЖ. С вами Женек. И Женек. И Люба. В общем, все люди, которые так или иначе... Люба купила у Женька тачку. А я купил такую же тачку, как у Женька. Да, едем. Едем в Питер на третий этап РДС. РДСС. РДСС. Больше всего меня удивляет, что мы знаем слова этой песни. Вот это палево. Ничего удивительного, мы выросли на них. В общем, это ЖЖ, мы в Питере. Доехали. Да, мы доехали, щемили 13 часов, мы приехали на РДС. Встретили Братишкина, Санька, в общем, мы здесь всем составом, Тимон. Подогнал Братишкину тачку, на которой он будет угорать пару дней. А я не говорю, я просто показываю. Да, это просто покажи. Походу он странный вообще. А живем, знаешь, в Петербурге, во дворце. Мы тут дубасили по Питеру, встретили Макса Твардовского, он решил нас привезти в гараж, да, как-то, к Акахе. И вот эта труба. И вот эта труба. Давай, скажи что-нибудь для нашего блога. Только нормальное. Я не могу нормально говорить. Я тебя откаменчу в инстаграме. Откаменчу? Да. Макс Твардовский специально для ЖЖ. Давай, говори. Че надо сказать? Что-нибудь скажи нам, что ты смотришь. Не у Волги, давай не у Волги. Давай, что ты смотришь. Я смотрю. ЖЖ. Главное, вторую гонку мы все делаем вместе. Вы заметили? Подиум вместе. И мы в этот раз, я ему говорил, в финале или в стене. Короче, мы в Петергофе, у нас тачка Тимона, мы решили на ней тоже дать кружочек. Да. У нас в ЖЖ новая рубрика «Детям будет интересно». Давай, Руслан, расскажи нам, где мы сегодня живем? Сегодня мы с вами проведем ночь в Фрейлинском дворце. Что же это? Кто там жил? Здесь жили царя. Пошли, пошли, это погнали. Фрейлинский дворец. Заходите, ребята, заходите. А это конференц-холл с небольшим телеком, с небольшой акустической системкой. Значит, дальше пришли. Маленькая грустная спальня. Ну, грустная. А здесь у нас небольшая еще одна ванночка с туалетом. Малюсенькая. Которая даже... Ну, сейчас в Петербурге проходит всяких нынешних форум, поэтому очень много актеров, которые действительно отыгрывают роль по-настоящему. Давайте посмотрим эту историческую зарисовку. Чтобы во Фрейлинском доме. Чтобы освоиться в нашем небольшом номере. Давай, Фролюш, скажи ЖЖ, пацаны. ЖЖ, пацаны. Ну вот такое утро. Ну как ты, Женек? Расскажи нам, как ты вообще? Слушай, ну вообще, конечно, в этом есть своя тема, реально. Привет, с вами ЖЖ, прошел отличный мото ЖЖ, с вами прошел отличный день тренировок, тренировки закончились, сейчас будет брифинг,
и потом будет квалификация. Братух, братух, аккуратней, ты что, ДТП хочешь устроить, что ли? Влад особо долго не разговаривает, это как бы известно. Сначала бьет, потом. Известная тема. Аркаш, давай для ЖЖ. ЖЖ крутые. Оба перекладываются вовремя. Подъезжают близко. У них нет вайсфаба. Они, короче, крутые. Вот что. В общем, теперь мы мчим на квалу. Женек сумасшедший. Сколько километров проехали? 3100. То есть 6200 вам туда-обратно сгоняет. Да, уикенд. Да. Брат, стой на. Ты что, брат? Ну что, как дела? Кабалой. Удалось тебе связаться с шалапом? Только я на следующий этап приеду. Кепки. Вот, вот, я все сделаю. С прогиба овцу бросил. Я все сделаю. С прогиба овцу бросил. Слушай, ну а что ты здесь делаешь? Я работаю тёлкой. Дальше я не помню. А на трассе, да? На трассе что происходит? А на трассе будут остановки. А какие? Что там будет? Как тачки едут? Как тачки едут? Ты вообще видела? Заходила? Нет, я ни разу не ходила. Пришла сюда первый раз. И ты узнала об этом только позавчера. А что такое дрифт? Дрифт. Ну я знаю, что вы сделаете, вы потом выложите это на YouTube. Просто положи, что такое дрифт. Ну дрифт это гонки на скорость. Неплохо. Нет, передай привет. Скажи тебе. Лучше вот так, типа. Скажи тебе, дрифт это на гоночке. Ну так. Давай подержу. Гламурная да, подержу флаг, скажи. Это для блога не всяк будет. Ну дрифт это гоночки. Мы знаем, где вы, а мы на параде участников. А вы где-то вот, да. Так что, может быть, вы даже себя найдете. Выдавил, выдавил. Все, мы погнали дальше. Друзьям толпа хлынет. Может, и ты там будешь. И получишь от ЖЖ новые крутые наклейки. Что такое дрифт? Четыре слова без мата быстро. Как в Википедии, давай. Это супер толпа. Ахундыч, ну давай, я тебя снимаю, на очки можешь замутить, короче. Да? Прям сейчас? Прям сейчас, только погромче. Действительно, я не шутил, это не была какая-то такая рисовка. Вот он действительно очень любит дрифтинг. Каждый год все больше и больше русских но слов. Ты скоро пришли. Да, короче. Короче, мы тут подсняли ЖЖ. Единственный, наверное, этап, который мы подсняли ЖЖ. И мы не снимали после вчерашнего мопеда. В общем, короче, такая хрень произошла, что мы с Женьком вышли в финал друг на друга. И теперь ЖЖ, пацаны. Это будет мясо, я надеюсь, это будет крутое мясо. Короче, мы едем на парад финалистов, возможно, вы больше никогда такого не увидите. Но это просто. Это то, что никогда не видно. Как мы едем из первого класса, такой POV. ЖЖЖ! Потрясающая публика! Это ЖЖЖ! Два на счет три ЖЖ! Ну-ка давайте! Раз, два, три! ЖЖЖ! Что ты думаешь про дрифт вообще? Для блога ЖЖ. Ну, вот это и был дрифт. Вот это и был дрифт. Я считаю так. А все остальное... А все остальное Олег Цаплик.